Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как же заменить задний план на любой, который вы желаете, и разобраться в приложении Chroma Key или зеленый фон, как еще называют. Итак, с чего хочется приступить? Вам нужно всего лишь одно приложение, которое называется VideoLib, и в данный момент я вам процедурно пошагово покажу, как это сделать, и вы получите желаемый вид, который для вас нужен. Значит, смотрите, что нам для этого нужно. Переходим в приложение VideoLib, нажимаем на плюсик, добавляем наше видео с задним планом, зеленый фон, жмем на наше видео, листаем вправо, нам нужен подпункт, вот, микшер, вот этот, нажимаем на него. Теперь добавляем желаемый нам фон, пускай будет вот этот фон. То есть мы этот фон растягиваем по нашему видео, нашему размеру. Вот. Теперь ищем, где наше уже лицо, жмем на фото, сюда, вот. Ищем здесь раздел Chroma Key, вот он, жмем. И теперь вводим, выбираем фон, смотрите, там где засветы, чтобы было все классно. То есть не было вот этих отбликов, которые вот здесь вот у меня были от заднего плана. То есть вы выберете самое качественное для вас именно холст задний зеленый, чтобы он у меня не полиэтиленовый был. В данном случае, чтобы свет не давал отблеск. И настройте здесь под себя. Там уберите тень. И как можете заметить, вот какое вот получится видео. Я нажму, допустим, сохранить. Чтобы сохранить, жмем вот сохранить. В данный момент выбираем качество и сохранить. Вот здесь буквально считанные секунды уйдет на это сохранение. Итак, вот оно уже завершено. Выйдем отсюда, перейдем в нашу галерею. И как можем заметить, вот оно прекрасное наше видео. Полностью все работает, как я говорил. Подбирайте также футболку, чтобы она не была зеленым оттенком. Выберите там черную, других цветов, чтобы они не совпадали. То есть с зеленым, с красным, с синим под Chroma Key. И вы сможете отлично записывать ваши видеоролики, которые вот будут вот в таком-то режиме. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх, для меня это очень важно, оставляйте ваши комментарии. Всем пока!